Всем привет из Германии. Я в Мюнхене, лечу в Киев. Вот, нахожусь в аэропорту ждать. Мне еще здесь 3 часа. Так что брожу, блукаю. Как здесь холодно. В общем, я вылетала из Марселя. Было у нас плюс 8 и дождик моросило. Здесь, когда прилетела, минус 6. А в Киеве обещают сегодня вообще минус 12, минус 14. Вообще сразу снова вспомнилась фильм «Ирония судьбы с легким паром». Ботиночки-то у вас на тоненькой подушке. Так и я. В легкой одежде. Ну ладно, посмотрим. Пошла дальше блукать по аэропорту. Ну вот, дома я уже. Ой, перелет, конечно, был просто чем-то кошмарным. Погода здесь для меня тоже такой перепад температуры. Улетала минус, было там плюс 18 у нас. И здесь, когда я приехала из Киева, ночью было уже минус 20. Перелет занял у меня сутки. В общем, сутки я не спала. Ну, в общем, дурдом полный. Была задержка рейса. Потом я потеряла подарок мужа, золотую сережку с бриллиантиком в самолете. Ну, в общем, потеряла лекарства. Не знаю, прям какое-то как наваждение. Как будто, знаете, как говорят, что кто-то сглазил. В общем, перелет просто у меня давно такого не было. У меня, ну, как бы за все время путешествий у меня было. Один раз в Амстердаме потеряли мой багаж, но потом нашли, как бы там все разбили, ну ладно, чемодан нашелся. И затем было, когда были забастовки, мы с Артуром тоже по всей Европе 36 часов летали туда-сюда, короче, из аэропорта в аэропорт, пока долетели до Киева. И вот это вот в этот раз, конечно, очень тяжело. Я после гриппа уставшая была, ну как бы еще организм ослабленный, и здесь снега по пояс, машины, дорога тоже от Киева, мы 9 часов, кажется, добирались, ой, или, ну не буду обманывать, так выехали в 3 и приехали в 10, это сколько, с 15, 5 часов, да, получается. Хотя ехать, но обычно мы так едем 3-3,5 часа. Ой, в общем, а нет, почему 10-22 часа, что я 7 часов, что я уже вообще, или сколько. Ну, короче, вообще, сейчас я абсолютно вне кондиции, в такой, в общем, и как акклиматизация организма происходит, потому что, ну, это... Я чувствую вот эти вот сегодня немножко теплее, кажется, минус 11. Туда к концу недели, вернее, как на выходные обещают вообще сильные морозы. И снега столько намело, что я вообще в шоке. В шоке. Вот это уборщики убирают все это. Не пройти никуда. У меня сапоги как бы, ну, не ботфорты такие на средние. Это снег набирается внутрь. Но это вообще невозможно, давно я такого не видела, конечно. И, ну, в общем, что я, ладно, хватит ныть, как бы прилетела плохо, но долетела жива-здорова, пусть даже с потерями, но жива-здорова. Не очень, правда, здорова, потому что, ну, как бы от холода лечу, у меня вот так вот нос заложен, ухо и вот здесь вот горло. Ну, ничего, это дело поправимое. Просто что к чему я веду, то что теперь репортажи будут из Украины идти. И, ну, в общем, как-то так вот. Все, что я хотела донести, вернее, как не то, что там информацию сказать, что не знаю, конечно, когда вообще это видео выйдет. Надеюсь, что смогу быстренько все это смонтировать. Надеюсь, что все как бы уладится, устаканится. Просто очень тяжело для организма такая акклиматизация. Вот раньше, когда говорили, что вот люди, которые, ну, часто ездят в отпуск, например, из зимы, и хочется на Новый год, как бы многие люди, жители северных районов, предпочитают покупать путевки там в Египет или там в какие-то другие страны Африки, где тепло и что, ну, как бы экзотика. И как бы, ну, все нормально, и вообще для них это полный кайф. То есть другая половина людей, похоже, таких вот, как я, которые
ужасно переносят акклиматизацию, что если ты из холодного приехал в теплое, или вот наоборот, как я из теплого в холодное, для меня, конечно, это стресс. Что для лица, у меня лицо вообще так вот иголочками колет, хотя раньше как бы даже минус 20 и было нормально. И тоже вот все это, ну что казалось бы, сколько там все время дорога была в машине печка, тепло, и из аэропорта до стоянки дойти, вот из холла аэропорта, и в Мюнхене не было, не через рукав выходили, а с автобусом, ну как бы нас на автобусе отвозили, как бы спуститься с трапа самолета и дойти до автобуса, ну там 2 минуты, короче говоря, и вот все, вот организм настолько уже привык к теплу, как тяжело вот это все переносится. Ну а так, в принципе, все остальное все нормально. И теперь, ну теперь я буду из Украины, короче говоря, делать свои сюжеты. Надеюсь, вы все равно останетесь со мной. И надеюсь, тоже вам будет интересно. Ну и до следующего видео. И всем желаю, как всегда, хорошего настроения и всего самого-самого-самого лучшего. Ну и пока-пока!